Завершаются месячные каникулы в городских детских садах, которые были закрыты на ремонт. За этот непродолжительный промежуток времени оперативно решена недавно появившаяся проблема детского комбината «Ягодка». 40 лет существует детский сад. 40 лет нас крыша спасала, и не было никаких проблем. Ну, в этом году вот после сильного дождя протекла крыша над прачечной и над пищеблоком. Над пищеблоком вообще была проблема, потому что вода пошла прямо в щитовые, где подключена электроэнергия. Поэтому вот мы обратились в городской совет к Игорю Викторовичу. И вот, как видите, результат. Очень быстро, очень мобильно сработали. И нам уже, я думаю, к первому числу крышу закончат. Практически завершен ремонт и внутри здания. Нам дали немного денег для работ на вот пищеблок, коридоры. А группы, конечно, спасибо благодаря родителям. Вот собрали деньги, и сами девочки, воспитатели, нянечки сами делают ремонт, потому что, ну, другой силы рабочей нет. Вот нас на месяц закрыли. Вот, я думаю, что мы справились с работами. Воспитатели и техперсонал детского сада «Ягодка» с большой любовью готовились к новой встрече со своими маленькими подопечными. В каждом уголке этого дошкольного учреждения наведен идеальный порядок. Еще несколько дней, и здесь зазвенят веселые детские голоса. Когда же для малышей начнется новый учебный год? 1 августа, как всегда. Вот. Продукты, все, вот, 31-го нам должны все завести. Я думаю, что все должно быть нормально.